think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня тест. Наконец-то я на твинке уже показал, что получил божество. Я его прокачал на максималку. Оно, в принципе, у меня такое же, как и здесь на основе. То есть я одинаково прокачал героя. Вот такая вот сборка. Десятая подашка. Единственное, священный суд у нас стоит там семерка. То есть не максималка. Такая вот сборка с уклонением. Здесь у меня с точностью. Вот интересно, кстати, будет проверить, какое божество будет лучше. Ну, поехали. В общем, у нас тест, как всегда. Топовые герои против божества. Ну, Атланта смысла туда ставить никакого нет, потому что там стоит подашка. То есть я сделал сразу же сборку героев интересной прокачки. В такой, которую используем. Здесь я сейчас делаю изменения по поводу мастера рун. Хочу записать еще один интересный видосик. В общем, начнем с мастера. Будем убирать питомцев. То есть мы будем делать тест героя с эмблемами против... Так, надо как-то их собрать все. Всех в одну кучу. То есть я что-то в разброс... Так, где там у нас? Да, блин. Так, Сильфрея. Поехали. Божество тестанем все-таки. Точность против уклонения. Интересно будет на это посмотреть. Дрейк. Пакт плюс ОЗ-шка, но интересно будет... Нет, давайте не пакт поставим. Поставим все-таки тоже защиту. Потому что Дрейк дамажит дофига. Так, тут у нас Мэри. Интересно, Мэри или этот? Кто лучше будет? С СО... Уберем тоже, поставим подашку. Будет тест, надо очень много подашек. Так, дальше у нас идет малыша Ника, смысла нет тестить. Сердцеедка, почему бы и нет. Единственное, поставим вот такая вот у нас будет сборка с подашкой. И давайте еще Тессу с первых таких героев. Тоже закинем сюда подашку. Смотр у нас, наверное, есть. Да, смотр есть. Три зеленых, значит, Мэри сейчас уберем. Поставим еще одного серого героя. Это у нас будет Бигфут. Вот такой вот сборки. Окей, поехали. Нападем на твинка, посмотрим. Что у нас получится? Сейчас единственное, выйду со второго аккаунта. Поехали. У меня тут стоит божество ирония. 14 скилл тоже до максимальной прокачки. Смотрим. Это будет, может быть, очень длинный бой. Не может, а и будет, скорее всего. Потому что... У них в обоих есть подашки. И обои хилятся. Так, что у нас в итоге получается? Но я вам скажу, что та не миссает, что та не миссает. Хотя в этой уклонении... На уклонение заролено, а та заролена на точность. То есть там уклона особо много нет. И как видите, и та попадает. Я потом покажу статы. Сейчас мы посмотрим статы на основе. Вот 18 точности, 5700 уклона.
То есть и вариант, в принципе, хорош. Такс, поехали. Почему я на точность собирал, я уже показывал. Мастер рун. Да, это, кстати, интересное будет противостояние. Мастер рун хорош, но на нем нету спектра. То есть со спектром он бы блокировал, но я думаю, тут варианта у него нету. Она его ушатает. Ну, у героя есть отхил. Что делает, скажем так, огромный плюс. Вот пошла блокировочка. Кстати, очень похожие герои. Тут понятно, тут вынос будет. У героя есть все-таки отхил. Хочешь, не хочешь. Отхил встроенный, это очень крутая тема. Так, смотрим Дрейк. Дрейк у нас с блокировкой. Дрейк, наверное, здание все нафиг разрушит. Она ему вообще фигню наносит. Посмотрите на входящий дамаг по Дрейку. Это 30-й прорыв, плюс стоит подашка. И Дрейку как бы пофиг. Дрейк, красава. Так, Тесочка, тоже интересное противостояние будет. Блокировка пошла. Без варианта. Но вот сердцеедка имеет отхил. Сердцеедка, смотрите, что делает. Просто бомба. Бигфута тоже, мне кажется, она не должна ушатать, так как он будет получать отхил с каждого ее удара. То есть, как видите, божество больше против героев с ограничением. То есть против Фреи, против Зефира, против таких героев, там где ограничения. Обычных героев, ну, если собрать сборку, конечно же, на дамаг фуловую, она будет пробивать. Пишите, если хотите увидеть такую сборку. Я прокачаю на каком-то из аккаунтов. Потестируем. Но против обычных героев, где есть тот же отхил, она ничего сделать не может. Хоть она и блочит, но, скажем так, результата особо много нет. Кто у нас? У нас сердцеедка ушатала. Ну, Дрейк базу, считайте, разнес. И все. Божество такое же, либо героя с отхилом, ну, не знаю, пробьет, не пробьет. То есть надо потестировать, все-таки будет с дамагом максимальным, но та сборка будет не особо актуальна, потому что она будет сливаться. Ну, сердцеедка расшатала на изи. Дрейк, то есть она кого убила, это убила Тессу, но этого убила, Бигфута она не может убить, и такую же не убила. В общем, по большому счету 4-2. То есть только двоих она ушатала с этой компанией. Ну, как видите, она и замораживается. То есть тоже есть свои плюсы и минусы. Так, окей, поехали дальше. 6 героев протестировали. Дальше у нас будут поинтереснее, повеселее герои все-таки. Вот, кстати, можно попробовать как вариант. Я давно уже хотел затестировать. Надо будет его переделать по чаре. Одержимый. Поставим даже мелкую подашку ему. То есть я тестирую такие сборки, которые часто встречаются. То есть против таких реально ставят. Я, допустим, у себя ставлю ОЗ-шка, чтобы не пробивали, плюс подашка, чтобы не сливались. То есть в топах это на сегодня одно из актуальных. Если вы хотите на PvP локациях тащить и иметь более-менее универсальный герой. Потому что если у вас будет даже то же самое СО стоять, то есть вас не будут вроде и пробивать, но вы будете отражалку очень хорошую получать. Такс, поехали. Некросика такого используем. И давайте красного еще Рину третьим поставим. Если будет посмотреть.
плохо, что вот это вот надо все время перетаскивать с одной стороны в другую сторону. Так, Рино будет в максимальном дефе. Рино дамага, в принципе, у нас такой сборки наносить много не будет. Так, тут я пропустил. Ставим следующую порцию. Я буду такими. Давайте зеленых потестим. Будет такой вот Фрэнк. Со спектром, кстати. Так. Огника возьмем. Ну, истинная вера, это, наверное, читерны. Ну, я думаю, тут даже с любым вариантом он не пробьется так просто. Он будет этот хил включать. То есть она не особо дамажная у нас. Она больше на деф сборка. Так, и Асурика вот такого вот попробуем. Интересно посмотреть, который будет резать отхил. Такс, поехали. Ну, пока 4-2, двоих она убила. Интересно. Вот одержимый пошел в форму. Улетел просто нафиг. Причем... Вроде казалось бы 7000, но посмотрите, что она делает. Она просто обычным ударом его шатала. Насколько герой уже не актуален. Так, 4-3 у нас получается. Пробуем Некроса. Посмотрим, что он сможет сделать. Некрос тоже, кстати, включает подхил. Но видите, когда нету дефа на героя, вот у нас на одержимом стоял разброс, то есть по сути он без дефа, он улетает за пару тычек, то есть там по 400к урон ходит. Вот так вот, Некрос, смотрим. И он тоже хилит по 230, отлично даже хилит, я вам скажу. Не убивает. Не может слить Некроса бедного. Так, Рина у нас по 175к хилит. Она его пробивает 90-70. Ну, тоже не сольет. Что там у нас получается? 6-3. В принципе, можно собрать эмблемами разные варианты, но мы тестируем такое более-менее интересное. Так, Спектр и Фрэнк смотрим. Ну, Фрэнк хорошо дамажит. Посмотрите, какой дамаг пролетает. Отлично вообще. Фига себе, Фрэнк. Вот Фрэнк со Спектром мне нравится. Реально тема классная. Хоть та и хилит, вообще просто налегке вынес нафиг. 7-3. Так, поехали, смотрим на Огника. Ну, тут я тоже думаю, что будет вечный бой, она вряд ли Огника ушатает. Хотя она пробивает ограничения, но посмотрите, Вогника за счет уклонения, она собрана на уклонение. А не, смотрите, он сливается. Сливается, причем хорошо сливается. Без ПДшки Вогник на ней будет сливной. Плюс она ограничение. 7-4 все-таки. Или нет? Ну давай, кто кого. Огник собран на уклонение. Она тоже, в принципе, собрана на уклоны. Но Огник, видите, сам попадает и сам обратки получает. Единственное, что его спасает, это количество жизни, наверное. Но по большому счету, ей пофиг, посмотрите, она фуловая практически стоит. Он почти себя сливает. Ну, не хватает чуть-чуть, но это могут добить там другие герои, то есть на PvP локациях. Вот, вот против чего, скажем так, ее собирают. И
почему она такая опасная именно для огников, зефиров и фрей. И еще тем более, если она загрится на цель. Но тут, видите, тут есть тоже один нюанс. Вот она блокируется огниками, все. То есть парализует он ее, там накидывает свое умение. И она стоит на месте, нифига сделать по сути не может. Но он сам себя постепенно убивает. Единственное, что не хватает ему крита. Бил бы он критом. Причем посмотрите, какие обратки идут. Вроде он и пробивает, да, дофига, но она и не проседает. Она хотя бы до половины должна просесть. По идее, при таком дамаге, вот сколько он получает, это получается, он получает обратки. Но если посмотреть на ее хп, оно стоит на месте. То есть оно не уходит до половины хотя бы. Он сливает себе всю жизнь, а у нее хп стоит на месте. То есть тоже какой-то, ну, я не знаю, бред. По идее, она должна нормальный дамаг получать. И хотя бы проседать до половины, если он себе сносит. Но не знаю. Не знаю, что тут сказать. Логики не понять. Но у нее хп стоит на месте. Каким образом? Но тут же не стопроцентная отражалка. Вроде она и получает дамаг, но посмотрите, сколько у нее. Ну, то есть, она должна по-любому хотя бы просесть. Ну, там отхил, в принципе, жесткий. Может, из-за этого. Оно визуально так не показывает, ну, хрен его знает. В общем, огник можно засчитывать даже поражение. 7-4. Ей чуть-чуть больше дамага дать, он улетит. Ну, а она, как видите, обычный герой, мне всех убивает. То есть, тут тоже... Герой такой, вроде и донатный, и мега-супер донатный, но есть специфика у него. Так, а что у нас тут? Интересно, интересно. Давай, Асурик. Асурик, давай тащи. Ну, чуть-чуть не хватило. Блин, ну посмотрите на ее отхил. Бомба просто. Вот за счет ССки, за счет именно ССки, увеличенный отхил, ее сложно пробивать. То есть надо либо дофига дамага и защита от отражалки. Но тогда вас другие будут герои просто тупо сливать. То есть тут надо золотая какая-то середина тоже. Но в таком варианте, как видите, вот слил ее. В принципе, без проблем даже. Если на него подашку поставить, она не затащит никак. В общем, 8-4 будем считать. Поехали дальше. Посмотрим еще героев каких-то интересных. Топовых, не топовых. Афина, я думаю, ничего не сможет сделать в данном случае. Ну, надо попробовать постараться. Постараться слить, хотя она и с подашкой. Так, давайте так еще серенькую пачку соберем. Ну, рогатка такая, я не знаю, что рогатка сможет сделать такому герою, наверное, ничего. Бессмысленно даже. Такс. То есть на сегодня сборка на ней это отражалка, ну то есть узашка, отражалка плюс деф, плюс подашка. Потому что если мы сейчас уберем подашку, так, тут вроде все ставим, значит, красных. Если мы уберем подашку, давайте такой вариант интересно потестировать. То она будет сливаться за счет дамага своего. То есть мы это тоже протестируем в конце, я вам покажу. Даже в таком варианте она очень уязвима. Так, Анубис, Махатма. Но Махатму явно тоже с подашкой надо ставить. Там столько дамага и землеройка. С пактом, я не знаю, тут варианта. Просто сама себя сольет сразу же на отражалке.
что там у нас, 8-4. Так, Афина с подашкой. Ну, Афина наносит много дамага, но этот дамаг без дефа. Вот героев, у которых нету там отражал, ну, ОЗшки, нету СО. Очень сложно против такого героя. Вот ПБшка, в принципе, процентуально бьет, но отхил здесь решает. 8-6 будет. Интересно, или Махатма сможет затащить. Тут ПБшка однозначно проигрывает. То есть на сегодня универсальные такие герои, у которых есть еще встроенный отхил. Это реально бомба. Махатма тут просто дамаг получает, даже при том, что она в интересной сборке, она сливается 8-7. Ну, рогатка тоже, он наносит дамаг, там приспешники наносят, но тут, скорее всего, будет ничья. Рогатка получает отхил. Странно, да, вроде идет дамаг, и герой бьет, дамажит, но миссает. Причем миссает она конкретно, то есть это о чем говорит, что на сегодня, если вы хотите, чтобы этот герой нормально попадал, надо все-таки ставить точность. То есть я себе на основе прокачал с точностью, здесь с уклонением. Ну, можно с супер питомцами это регулировать. Но Анубис однозначно улетает, я смотрю. Вот герои, которые ее не блокируют, там не накидывают какое-то окаменение, они просто тупо сливаются. Но вот за счет истинной веры, он за счет ее дамага получает полностью отхил. Доходит до определенного момента. Смотрите, просто тупо отхил, 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 сразу же на фул. То есть она его не сольет. Как бы не стар... Не, или сольет. Хотя должна, в принципе, но я думаю, Анубис на фул хилится. То есть без вариантов. Это причем у нас сборка еще... Не, все-таки слила. Так. И что у нас получается? 9-8. Поехали землеройку попробуем. То есть есть герои, против которых она тащит в такой сборке. Ну, я, допустим, у себя ее больше использую для запределья. То есть мне она там нужна для слива. Одной Мэри мало. Плюс это получает отхил. Она хорошо держит дамаг. То есть мне она больше нравится, нежели Мэри. На PvP локациях, в принципе, она тоже очень хороша. Но... Есть герои поинтереснее, которые более командные. Она бьет одну цель. Мэри, например, в случаях PvP будет поинтереснее. Она бьет сразу же всех. То есть она наносит дамаг всех. Это одной цели. Если там, допустим, будет хороший деф, она попадет на Фрей, ну, на Зефира, там, либо на героя с уклонениями, у вас не будет точности, толку никакого не будет. Ну, землеройка по чуть-чуть проседает. Землеройки от хила нету, но это по 7000. В принципе, она будет долго бить. То есть, видите, здесь надо больше атакующую сборку. Но она миссает. То есть, надо однозначно точность. Нету точности, вы нифига не сделаете. Считаем 9-9. Такс, дальше поехали. Дальше у нас будут интереснее герои. У Космо смысла нету ставить даже. Давайте попробуем Розу. Розу. Опять же надо ставить с ПДшкой. Она наносит процентуальный дамаг. Она сольется очень быстро и очень легко. Поэтому ПДшка сейчас для многих героев, потому что все качают УЗ, очень актуально стало. Так, Фрейя у нас будет. Вот такая вот сборка. Так, серый и зеленый, да? Значит, зеленых ставим и серых. Кто там у нас остался?
Лис. Лис, я думаю, тоже сольется. Так, еще одного серого. Это мы поставим, попробуем. Бар. А, давайте Зефира сразу поставим. Для теста. У Зефира сделаем даже такую сборку. Так, это читерство надо убрать, потому что там лис просто зафигачит. И два зеленых героя. Феникс будет у нас дефный вариант. Кстати, сделаем максимально дефный вариант. Я его немножко перекачал. Сделаю потом... Ой, а у меня Зашка. Ищем Зашку. Девятая. В принципе, сделаем еще одну. Так, Зе у нас есть. Условия к сваржаем, если взять, ну, условия пачки, мне кажется, что такая сборка, она будет очень медленно пробивать. Она чисто против Фрей и остальных героев, если будет у вас хороший ворожей, даже такую сборку сделаем, с уклонениями, без точности этот герой нифига не сделает. То есть ваша пачка будет просто на изи все тащить. Так, 9-9, да? Ну, поехали, начнем с розы. Я думаю, розу она не сольет. Она просто по ней миссает. Просто тупо миссы. Ну и роза особо дамага не наносит. Даже если она процентуально бьет, она тоже не особо попадает. Надо вообще ввести понятие ничья. О, а Фрейка у нас со спектром, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, опять же, домашняя сборка Фрейя, вот, пожалуйста. Не собрана на точность, толку вообще никакого. Все, раз и все. Прошел удар, и Фрейя просто пропала. Она, в принципе, убилась. Она миссала, 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 а потом попала и просто сама слилась. То же самое сейчас, мне кажется, будет и с Зефиром. Так, что у нас? Хотя тебя не убивает. Какая разница, в принципе, в счете? Смотрим, какой герой где тащит. А то я тут считаю. Они все равно сливаются. Тут сливается, тут не сливается. Ну, вот для чего она. Зефиры, Фрей. Именно против такого. Барда не ушатает, мне кажется, бесполезно. Он будет себе отхил превращать, то есть это тоже вечный бой будет. Хоть и есть у героя блокировка, как бы она массовая. Вроде кажется классная вещь, она будет блокировать. Ну, один на один этого как бы толку нету. Когда оно в пачке, она работает. Она массово блокирует, тогда да, тогда есть какой-то толк, потому что бьет сразу несколько героев, у вас есть возможность слить пачку. А когда один на один, ну вот, пожалуйста, максимальный Феникс, он себе включается, заряжается, она ему нифига сделать не может. Он ей тоже нифига не сделает. То есть хороший дефный Феникс и собрать у героя на урон, ну, будет... Короче, сделаем, думаю, тест с дамагом. Так, смотрим, лис. Вот лис режет отхил, но его, как видите, не навсегда хватает. По чуть-чуть, благодаря подашке. Если бы не было подашки, лис бы уже отлетел за счет дамага. То есть мы можем даже сделать тест, но лис будет проседать постепенно. Сделать тест... Вот смотрите, уберу подашку, поставим, например, такой вариант.
Удали сначала 56, 39, 100. Еще, конечно, много миссов, потому что лис включается, он дополнительно получает уклонение, он собран на уклонение, то есть здесь, опять же, точности нет. И ваше божество половину удара миссит, хотя у нее дамага, по идее, дофига. Я потом сделаю, наоборот, тест лисицы с... Ой, не лисицы, а божества с точностью против вот этих героев с уклонением. То есть вы видите сразу же разницу, то есть тоже дефная сборка, вот та, которую я показал. Просто с точностью. Здесь созвездие на уклон собрани, там все на точность. Посмотрите на разницу, насколько будет герой меняться. То есть очень много миссов. Не то что много, а дофига вообще. Так. Че, мы там всеми уже перебились? Да. Поехали, еще один заходик. Там у нас еще будет героев 6, наверное. Сейчас посмотрим, кто у нас там остался. Из таких интересных. Мы вроде таких всех основных потестировали. Давайте стрелка. Ну, стрелок. Нету тут сборки. У меня он собран под архидемона. Поэтому тут без вариантов стрелка могут унести. Очень быстро и легко. Тан-тан-тан-тан-тан. Ворожеюшка. Максимального ворожея в дефе. Я думаю, тоже вряд ли сольет. Блокировка даже не спасет. Так, фобушка. Давайте уже красную возьму. Мэри с ПДшкой. Интересно, кстати, как будет Мэри с ней. Кто быстрее кого? Там отхил, тут отхила у Мэри нету. Бардик. Бардика даже попробуем в обычной сборке. С СО. Вот такой вот состав. Ну, вроде я основных таких взял. Кого-то, может, пропустили. Ну, всех героев все равно не перетестишь. А Мишаня там эти... Дуэлянта можно было бы еще взять. Давайте вместо стрелка дуэлянта попробуем. Интересно будет на него посмотреть. Как-никак. Сразу же красный смотр, видите, да, как бьет. А, ворожей у нас с суперпэтом. Заморозка. Ну, ворожей она не сольет в такой сборке. Там ворожей уклонение, здесь тоже уклонение миссы. То есть надо что-то искать универсальное. Обушка тоже, мне кажется, вариант. У нас обряд лечения. Плюс максимальный деф без варианта. Самый кайф — это то, что герои, у которых есть ограничения и много дамага, такие как Фрейя, Зефир и прочее. Смотрите, что у нас Бугича вообще просто... Он на дамаг собран, он отлетает. Его надо с ОЗ-шкой делать, наверное, и то. Вряд ли он что-то сделает. Так, дуэлянт, интересно. С ограничением. Вот блокировочка проходит, в то время как проходит блокировочка, она себе спокойно хилится. То есть надо дофига дамага, чтобы героя слить. Вроде дуэлянт тоже классной сборки. Но он тоже за счет обряда лечения себя отхиливает. Это вечный бой. Это надо уже делать либо такую мега дамажную сборку, знаете, то есть не универсальную, а точить под одну какую-то локацию. Так, интересно, интересно. Ну, Марио тут однозначно проигрывает.
Причем Мэри. Мэри у меня вроде на основе. Сейчас посмотрим, как по созвездиям. Но с уклонением она. В точности там не особо много. И ата миса, и тита, в принципе, тоже не все попадает. Ну, вот вам разница. Почему божество, скажем так, на PvP-локациях некоторых по универсальной, то, что она себя хилит. Вот ее отхил этот, конечно, классная тема, плюс еще дополнительно деф. Ну, Мэри отлетает. Поэтому Мэри сейчас стоит 10 баксов, это потолок. Так, ну, Барда она тоже не сольет. Барда слить, ну, я не знаю. Если Бард там еще с мотром пробивает. Барда слить сложно. Единственное, кто может, это я показывал, Фрэнк с хорошим дамагом там заряжает. В общем, такой вот, ребятушки, тест. Что я могу вам сказать по поводу героя? Герой офигенный для PvP-локаций. Сейчас я гляну по снаряге у нас. Ну, вот уклонение. Нету точности и все. Герой классный, сборку надо делать больше на точность, чтобы он попадал. У героя хороший деф, есть отхил, то есть, соответственно, сборка божества вот такого вот плана будет намного ярче, нежели вы прокачаете на уклон. Вы прокачаете с уклонениями, ее сливать не будут, но она никого не сольет. Если там будет подхил, этот герой просто будет бесполезным на поле боя. То есть там, если брать атаку фортов, там, не знаю, некоторые локации, пока там не наведут порядок, это будет просто бессмысленная прокачка. В такой сборке она более актуальна будет для PvP локаций, для прохождения за пределы и прочих. Там даже кто берет там на ЗБшку и на этот, на арену, то есть варианты разные есть, поэтому качайте больше точность. То есть есть герои, которым вот как Мэри эти, им уклонение наролишь, но от него толку в топах не будет. А точности можно добавить, в принципе, супер пэтами, но опять же, все зависит от количества бабла, сколько вы готовы в эту помойку влить. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.